Так, что у нас на завтра? Овсяная каша. Картошка. Яйца. 5 минут, 3 минуты. А, вот. Омлетик есть и яйца. Так, булочки. Тут у нас оладушки. Почему-то написано, хотя кабачки, капуста. Так, это у нас фасоль. У нас баклажаны. Ладно, заходи на борт. Так, дальше что у нас? Да нет, наверное. Дальше у нас тут выпечка. Так, выпечка. Не, пирожные симпатичные, но жестковатые. А вот эти вот колечки, вот кунжутные, очень вкусные. Так, с сосисками, с курагой, с творогом есть такие маленькие вафельки. Так, дальше. Сыры разные всякие. Такие в турецком стиле. Джемы всякие, клубники. Набрала. Там. Овощи. Сюда. Овощи. Так. Вот так. Это завтрак в отеле «Адор».